Давайте рассмотрим еще один интересный плагин под названием Tag. И давайте его сразу установим. Название короткое, легко запоминается. Это плагин Tag. Вот он. Подключаем его. И сейчас давайте сразу же одновременно открою я вот такие два файлика. Так, вот они. Отлично. Теперь смотрите. Плагин Tag, в чем он заключается? Он, допустим, вы откуда-то скопировали код с какого-то сайта, и он из себя представляет вот что-то такое, в чем очень трудно разобраться. Идете в пункт Edit, выбираете Tag, и здесь выбираете Autoformat Tag on Document. Щелкаем, и наш документ, видим, он так автоматически форматируется. Ну что ж, замечательная, по-моему, штучка. Следующий момент. Обратите внимание, у меня здесь идет вот такая синий кружочек. Если выбрать тему Monokai, давайте фонд, color scheme, Monokai, кружочек такой вот желтенький. То есть, ну, в зависимости от темы будет по-разному отображаться. Давайте я назад включу так нашу схему. Он показывает на ошибки, которые мы делаем. То есть, видите, убрали, ошибка исчезла. То же самое, если здесь мы, например, уберем вот тут и идем сразу показывать на ошибку. Видите, да? Довольно-таки удобная штука, согласитесь. Следующий момент. Допустим, вы хотите из какого-то куска кода убрать тег А, ссылку. Выделяете этот кусок, выбираете опять-таки Edit, Tag, и здесь Remove, так, Picket Tag in Selection. Вот, Remove All Tag in Selection. Щелкаем, и он убирает все теги, видим. Если мы выберем Edit, Tag и Remove Picket Tag in Selection, то здесь мы указываем тег, который надо убрать. То есть нажимаем, ну, указываем тег А, нажимаем Enter, и видим, в нашем списке пропала ссылка. Видите, да? Все довольно просто. Итак, давайте еще раз. Тег. Получается Remove Picket Tag in Selection. Это тег, который мы выбираем сами. Selection — это то, что мы выделили. Документ — это убрать теги во всем документе полностью. Щелк, видим. Убирает тег А во всем документе. Давайте вернем назад. Edit. Так, тег. Следующее. Remove all tags in selection. То есть убирает все теги в той области, которую мы выделили. И remove all tag in document убирает полностью все теги из документа. То есть это, если вы хотите разобраться, где какой текст. Тоже довольно-таки удобная штука. Ну, в принципе, на этом, пожалуй, и все те функции, которые я использую с этим плагином.